Скажите, а вам кто-нибудь говорил, что во двор этот заезжать не надо? Как ваша фамилия? А вы не знаете, ваша машина? Как-то по барабану. А мне по барабану ваш магазин. А вы не хотели нам плитку отремонтировать? Нет? По барабану ваш магазин? Ну, сейчас пойдем в ГАИ, будем вас сдавать по полной. С какого перепуга вы решили, что вы можете заезжать нам во двор? Это пешеходная зона, тут маленькие дети играют. Что это за новости? Кому ты говоришь? Мне говоришь? Сколько можно говорить, что во двор не надо заезжать, понимаете? Вы нам плитку всю разъездили вот там на выходе. Будете нам плитку ремонтировать. Не магазин, а вы. Это ваши проблемы, как вы там доставляете товар. Да я вот сняла номер. Смотрите. Значит, мы тут будем все облагораживать, а вы будете приезжать нам плитку дробить, вы понимаете? Кто вы такие вообще? Вы поставщики, носите как хотите в свой магазин, понимаете? Дай там везунчика машины. Да, сейчас мы... А вот двор, пожалуйста. Вы звезды, ребят. Чего? Да ничего, звезды вы, понимаете? Вам так удобнее, ну нам так неудобно, мы же все этого дома. Кто вы меня раздражает? Вот это меня раздражает. А вы меня тоже раздражаете здесь, понимаете? Не надо так делать, я не буду вас раздражать.